Здравствуйте, дорогие друзья! Я заинтересовался таким препаратом, как альфа-липоевая кислота или тиоктовая кислота. Это антиоксидант, который можно использовать в виде раствора, в виде инфузии, капельницы. И можно в виде биологически активных добавок использовать в пище. И я посмотрел, что пишут врачи об этом препарате, да, что они... какой эффект они обнаружили. И вот в частности психиатр пишет, что он назначал препарат при токсических энцефалопатиях, а это очень тяжелое поражение головного мозга, полинейропатиях. Но представленная дозировка вот в виде вот этого отечественного препарата липоевая кислота 25 мг, к сожалению, крайне маленькая. Терапевтический коридор, в котором назначал препарат, был 360 мг. Ну и пишет, что препарат переносится хорошо. Другой доктор пишет, что липоевая кислота, ну, видимо, по его тоже каким-то наработкам, способна проходить гематоэнцефалический барьер. И предположительно, то есть, в общем-то, уверенности у него в этом случае нет, но пишет, что используется для детоксикации ртути, что она может связывать ртуть и выводить, собственно говоря, из организма. Ну, это в том случае, разумеется, если есть все-таки симптомы отравления ртутью. Уролог пишет, что интересно, что назначают также и урологи. Использовал он препарат в качестве антиоксидантной терапии в комплексе нарушений сперматогенеза, нарушений эрекции. В общем, получал тоже, пишет, что хороший эффект. Невролог пишет, что использовал этот препарат при повреждении нервов, полинейропатия различного происхождения, травмы нервов. Курс лечения обычно длительный, определяется врачом. Широко используется при сахарном диабете, ожирении, метаболическом синдроме. И вот еще доктор-уролог пишет, что липоевая кислота – препарат, который достаточно часто назначают для улучшение сперматогенеза у мужчин, учитывая его антиоксидантные свойства. Также лекарство находит применение в комплексной терапии хронических простатитов. Доза не менее 600 мг в сутки и по срокам не менее 3 месяцев, чтобы получить устойчивый терапевтический эффект. Вот такие отзывы имеют место, то есть это 2 уролога, 2 психиатра-психотерапевта и 1 врач-невролог. Вроде бы немного, но тем не менее, все-таки информация мы можем подчеркнуть. Также есть пациенты, которые пишут свои отзывы. И вот в частности, пишет пациент, что хороший и недорогой препарат в комплексной терапии при обострении хронического гепатита и высоком фиброзе. Ну, фиброзе печени имеется в виду. Очищает печень от продуктов интоксикации. Липоевая кислота регулирует липидный обмен и не дает жирам скапливаться в гепатоцитах. Ну, очень хорошо, что наши пациенты так детально знают не только анатомию, но и гистологию. Ну вот, что хотел бы указать в данном обзоре, в общем-то, я думаю, что препарат действительно перспективный и действительно неплохо бы его назначать хотя бы вот в комплексной терапии. Благодарю за внимание.